Не бойся, я не причиню тебе вреда. Где твой... Не бойся, я не причиню тебе вреда. Где твой брат, Лад? Пожалуйста, ты должен спасти моего брата. Он сказал, что направляется на фабрику на канатной дороге. Фабрику? Он сказал мне, что может найти путь, как выбраться отсюда, к фабрике. Но там полно ужасных чудовищ. Я знаю, что если он туда пойдет, он погибнет. Что?
Пожалуйста, мы уже потеряли родителей. Ты должен помочь моему брату. Пожалуйста. Я обещаю. Не плачь больше, Лили. Лад плох. Что с ним случилось? Возможно, я был плохим человеком, но это было раньше. Теперь я совсем другой. Я спасу двух детишек. Клянусь. Лили, ты спрячься здесь, я пойду, найду твоего брата и вернусь за тобой позже. Yeah.